Сегодня я покажу, как сделать вот такую забавную квакающую лягушку. Для изготовления открытки «Квакающая лягушка» нам потребуется плотный белый лист бумаги или картона, зеленая бумага с напечатанной основой, вот такой вот веселой лягушкой, кусочек красной цветной бумаги, черный фломастер, ножницы, клей и линейка. На моем сайте есть шаблон вот этой лягушки, поэтому мы его распечатали на зеленой бумаге. Сейчас приступаем к вырезанию. Мы вырезаем именно контур лягушечки нашей. Вот наша лягушка вырезана. Теперь мы сложим лягушку пополам по контуру. И разрежем в том месте, где у нас ротик лягушки, где он будет открываться. Таким образом. Теперь нам нужно согнуть вот эти уголки, чтобы вот открывался рот нашей лягушки. Чтобы это было проще сделать, мы сделаем беговку. Беговку делают по картону, но мы используем здесь бумагу, поэтому слегка нажим делаем. Теперь по этим намеченным линиям нам нужно сложить наш ротик лягушки. Верхняя губка и сейчас нижняя точно так же. Рот у нашей лягушки теперь открывается. Приступаем к наклеиванию на картон. Лист картона или плотной бумаги складываем пополам. Это будет наша открытка. Теперь примеряем к нему лягушку. Она должна быть строго на сгибе. Берем кусочек красной бумаги. Это у нас будет ротик лягушки. И вырезаем из него ромбик. Из красной бумаги мы вырезали вот такой ромбик. Теперь его тоже складываем пополам. И приклеиваем на картон там, где будет рот лягушки.
Теперь наносим клей на заготовку лягушки. Не забываем про лапки и пальчики. Приклеиваем лягушку по размеченным линиям. Вот мы наклеили лягушку. Теперь из белой бумаги мы вырежем два глаза. Делаем лягушке зрачки. Наклеиваем наши подготовленные глазки на открытку. Теперь наша лягушка умеет квакать. Мы работали с клеем и с бумагой. И чтобы наша открытка высохла и была ровненькой и гладкой, нужно положить уже готовую открытку под пресс и так держать до полного высыхания.